Ураган создал в городе 5 горячих точек, где массово тонули машины, а люди, до нитки промокшие, оказывались оторванными от своих домов. И все-таки стихия оказалась побеждена, во многом потому, что потоп открыл в людях лучшее, а не худшее. Александр Охотников, один из организаторов гонки «Холмы России», был одним из первых, кто бросился помогать пострадавшим. На своем УАЗике он, вместе с сыном, вытаскивал утонувшие почти по крышу автомобили из плена стихии. Проехав 5 вечером по городу, мы на Октябрьской, на Локомотивной, наблюдали вот такую картину, что машины встали, утонули. Ну, конечно, беспечность самих водителей, которые ехали в эти лужи там на легковых машинах и тонули. Ну, вот на момент где-то там 19:00 на улице Камышинской я как-то подъехал, смотрю, здесь еще, там действительно был серьезный потоп. Я вот знаю, что каждый год там тонет, но такого вот грандиозного не было. Утонула скорая помощь, несколько маршруток в воде, ну, легковые там практически по крышу были. Ну, сначала было как-то, конечно, любопытно, то есть это как-то необычно, народ, ну вот смотрим, в маршрутках народ сидит, прям там женщины по пояс сидят в машине, но, потому что выйти, если из машины, то там вообще по шею, то есть опасно, какой-то люк открытый. Ну, постояли мы там с сыном, посмотрели, и тут вот парни на УАЗиках начали, смотрим по рельсам, туда-сюда ездить, подъезжали к маршруткам, и вытаскивали народ, высаживали из маршруток, сажали к себе в машины и разводили на берег. Александр с сыном остановились и начали помогать. Все-таки их машина была готова к подобному. Его машина видела не такое, но, разумеется, не в черте города. Работала ГАЗ-66, не знаю, как, что за машина, вот она эвакуировала. Одну маршрутку прям зацепила, эвакуировала, одну скорую помощь она вытащила. Вот. Были сотрудники МЧС, но они были в экипировке пешком, они ходили. Видимо, они, им их задача была, чтобы не допустить каких-то, ну, более серьезных там последствий, кто-то утонул или что-то. Но вот что удивило, две Нивы, УАЗ «Патриот», еще там парни на УАЗике ездили и просто проявляли такую гражданскую инициативу по спасению людей. Вскоре на помощь людям приехал почти десяток автомобилей с разных мест. Все подготовлены к форсированию водных преград. Это гонщики, охотники, рыболовы на внедорожниках. Вместе вытащили всех. Андрей Творогов, Даниил Сурков, новости «Ульяновской правды».